Сережа, Сережа, не надо, о боже. Сережа из жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Сережа из жопы полез. Значит, какой-то брат, сука, очередной брат. Опять парашу какую-то высрал, блядь, в интернете, сука. Диковина. Сейчас 100% кал. День почти прошел, за горизонт садится солнце. Я пилот самолета Rocker 228, и пока ты участвовал в Жмыгнеровском мятеже, я неделю опрыскивал твою жену Алину. Как ты прокомментируешь данную информацию? Блять, вообще дебилы или что в натуре? Что за вопросы? С нетерпением ждем, когда Валерка к нам вернется. Ждем, когда запустит зомба, чтобы показать свой скилл. Или сама рука, чтобы его автобус попустил. А если надо прыгать вверх в какой-нибудь игре, начнет он прыгать в марте, ну а закончит в январе. И ни тебе, ни мне не надоест такой контент смотреть. Мы будем писать в чате, мол, давай пройди, хватит терпеть. Когда-нибудь, и может даже не под этим солнцем, пройдет игру, закончит стрим и снова к нам вернется. Гроза танкиста, фарш для зомби, пранки руткарей. Валера заебал. Запускай скорей. Пестрин летит в экран, пытаясь одолеть хотя бы одну микрошку. Хоть любим мы его, но больно. Кто такая Уля Паллада? Насколько широка ее пизда? Дай мне с ней контакт, может, у меня с ней появится контакт. Нам смотреть, ведь каждый стрим забыл. Сколько времени с тобою провели, привет, мы вместе. Привет, сколько вы слушал от нас ты буллинга и лести. Сколько слушали Вилкина, как умеешь. И выкали на него, Вилкина, если можешь. За 1000. Тихо. Сколько лет? 12? Осуждают. Сколько лет Луи Паллада? Сколько... Мне кажется, она как раз на мой бубырь подходит. Думаю от тебя про женщину туннеля. Сколько чавкая на стриме, ты сожрал форели. Столько всего было, что в памяти не перебрать. Но почему не научился ни в одну игру играть? Перекрести крольчачьи лапки, сидя в гараже. 9-й час спидрани, то, что все прошли уже. Когда-нибудь, и может даже не под этим солнцем. Пройдет игру, закончит стрим. Если я какую-то игру не прошел на потоке, значит, никто ее не прошел. Понял? Я имею в виду то, что пока я не пройду какую-то игру, все остальное на фоне меня пыль. Вот и думаю. Снова к нам вернется. Гроза танкистов, фарш для зомби, пранки руткарей. Валера заебал. Запускай скорей. Пестрин летит в экран, пытаясь одолеть хотя бы одну кружку. Хоть любим мы его, но больно нам смотреть, ведь каждый стрим затуп, нахуй. Таких затупов, это у тебя затуп. Что за Уля Паллада? Скинь мне ее фотки, я хоть посмотрю. Если мне твои тут куплеты дурацкие, твой голос лоховской, то, в принципе, я бы слушал бы там, что с одной Уля Паллада, чтобы было. А тебя, вот эту лысого, убрать нахуй отсюда. Скинь мне сейчас контакт девку вот эту, которая пела песню там. Это, знаешь, какая песня? Собрал тут песню, знаешь, какой? Шофер дальнобойщик, песня есть такая. Не помню, кто поет там. Баба поет старая, уже старая. Шофер дальнобойщик, я в молодости слушал эту песню. Шофер дальнобойщик, песня. Оттуда всю эту мелодию украли. Это Татьяна Залупенко. Вот она. Вот это, да. Припев один в один, как у там украли. И вместе зрелые глаза. Типа я дальнобойщик, то есть долбоёб, да? Ты так хотел типа сказать? Может даже не под эти пал. Ну, слушай. Запускай. Вот, смотри. Он знает лучше всех.
Боят бан, бля. Ведь каждый стрим затуп, затуп я ною стрим. Боят бан. Сколько времени с тобою провели мы вместе? Сколько выслушал от нас ты буллинга и лести? Сколько слушали мы от тебя про женщины туннели? Сколько чавкая на стриме ты сожрал форели? Столько всего было, что в памяти не перебрать. Но почему не научился ни в одну игру играть? Перекрести крольчачьи лапки, сидя в гараже. Девятый час игра на то, что все прошли уже. Когда-нибудь, и может даже не под этим солнцем, пройдет игру, закончит стрим и снова к нам вернется. Гроза танкистов, арт для зомби, пранки рукарей. Валера заебал. Запускай скорей. Весь стрим летит в экран, пытаясь одолеть хотя бы одну игру. Хоть любим мы его, но больно нам смотреть. Ведь каждый стрим затуп, затуп и мой стрим. Весь стрим летит в экран, пытаясь одолеть хотя бы одну игру. Ну, если по шкале Рихтера оценивать, то, в принципе, где-то, наверное, 1/3 шкале Рихтера. Если убрать припев Батуа, да, припев если убрать, то есть, ну, если убрать припев Батуа, то есть, ну, вообще не припев, точнее, не припев, а куплет, то была бы более, ну, так скажем, слушабельно. То есть, да, можно было бы слушать, типа, ну, без, ну, Дед, вот этого крэнджа.